Знаете ли вы, что хурма помогает предотвратить инфаркт, варикоз и РВИ? Допустимая дневная норма – около 700 граммов 2-3 плода в зависимости от размера, и этого достаточно, чтобы поддержать иммунитет, улучшить зрение и повысить настроение. Мы знаем как минимум 10 причин купить эту полезную ягоду прямо сегодня. 6 причин есть хурму каждый день. Способствует пищеварению. Клетчатка в составе овощей и фруктов выводит токсины, стимулирует работу кишечника и повышает выделение желудочного сока. Однако в хурме содержатся танины, которые при слабом желудке могут замедлить пищеварение, вызвать кишечную непроходимость и стать причиной боли в животе. Поэтому хурму не советуют также давать детям до 3 лет, у которых еще не сформировалось пищеварение. Хурма полезна для крови. Стресс и плохое питание могут привести к развитию анемии, когда в крови снижается гемоглобин. Основные симптомы – головокружение, сонливость и апатия. В таких случаях, помимо прописанного врачом лечения, можно включить в рацион хурму. Она помогает вырабатывать эритроциты, разжижает, ускоряет и очищает кровь, организм обогащается кислородом, давление становится стабильным и самочувствие улучшается. Повышает эластичность сосудов. Для повышения эластичности кровеносных сосудов нужно употреблять витамины С, Р и РР. Все они содержатся в хурме, витамин С составляет почти 20% от общего витаминного состава плода. Кроме того, как уже было сказано, хурма разгоняет кровь, усиливает отток и не дает ей застаиваться. Поэтому хурму нужно включать в рацион, если у вас есть склонность к варикозному расширению вен или куперозу. Хурма улучшает зрение. Витамин А и бета-каротин в плоде укрепляют глазную мышцу и ускоряют процесс восстановления тканей. Хурма содержит зеаксантин, который снижает риск дегенерации желтого пятна и возникновения катаракты. Это вещество помогает сохранить зрение, подтверждают исследования Национального института глаза США. Является источником йода. Проблемы эндокринной системы – один из факторов набора веса. Для нормальной работы щитовидной железы необходим йод, а хурма содержит 30 микрограммов этого элемента на 100 граммов продукта. Недостаток йода может повлиять на проблемы с мозгом, замедлить умственное и физическое развитие у детей, предупреждает ВОЗ. В сутки человеку необходимо 2-2,5 мкг йода на 1 кг массы тела, а беременным и кормящим женщинам специалисты эндокринологического научного центра Росмедтехнологий советуют употреблять не менее 250 микрограммов йода каждый день. Хурма помогает выводить лишнее. Магний и калий в хурме поддерживают выводящие и мочеполовую системы. При ежедневном употреблении плода вы снизите риск образования камней в почках, хурма поможет вывести лишние соли из организма и убрать отечность рук и ног. Спасибо за просмотр, на канале можете найти много интересных видео про здоровье, поэтому прошу не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими, с вами был канал про здоровье, до новых встреч!